Всем привет, здравствуйте, с вами ProRemont на Первом городском канале. Ну, держитесь, сегодня мы вместе с вами с головой окунемся в прекрасный мир строительства и ремонта. Навострили валики и кисти, за работу смотрите в сегодняшнем выпуске. Расскажем, как избавиться от старого пола, если в комнате есть только бензопила. Познакомим вас с ламинатом, который прослужит четверть века. А также выясним, где найти в нашем городе квартиру с собственной террасой и дополнительным выходом через балкон. Как вы знаете, теперь в нашей программе каждый месяц мы определяем победителя в конкурсе на абсолютно, внимание, абсолютно бесплатный ремонт. В прошлый раз это была семья Михеевых, и мы подарили детскую комнату. Теперь наши герои — семья Шубиных. Здравствуйте! Поздравляем с бесплатным ремонтом! Ура! Честно, сначала не поверила, я думала, это розыгрыш. Муж позвонил, сказал, представляешь, мы выиграли. Я на стрельбище находился, мы там стреляли, гранатами летали, как раз когда Андрей позвонил. Я занимаюсь не только скалолазанием, а еще и ледолазанием. 3 года подряд выступаю на первенстве России, и каждый год призовое место есть. Сейчас вот начинается новый сезон, и я планирую поехать на первенство мира во Францию. Поменять хотелось бы здесь все. И самое главное, в таком ремонте на хозяев не взваливается тот груз ответственности в виде поиска и покупки нужных стройматериалов. Вот, например, вспомните себя в магазине ламината. 1700 образцов, глаза, во! А что купить, не знаете, но помощь уже рядом. К выбору ламината нужно подходить со всей тщательностью. И если в вашем ремонте настал тот этап, когда нужно подумать над напольным покрытием, то срочно к нам в рубрику. Сегодня мы познакомим вас с по-настоящему качественным напольным покрытием. Итак, представляем вашему вниманию коллекцию ламината Quickstep Perspective. С таким покрытием поддерживать чистоту и красоту пола действительно легко. Защитный верхний слой Scratch Guard на долгие годы сохранит естественный вид пола, а также убережет его от механических повреждений. Кстати говоря, узнать наш ламинат из тысячи других очень просто. Оп. Благодаря V-образной ламинированной фаске. Ее заметно. Это несет не только декоративную пользу, создается эффект уникальности каждой дощечки, а еще это очень практично. Даже если вы на такой пол прольете воду, он никогда не взбухнет. Это делает ламинат, ну, очень долговечным. А все благодаря водонепроницаемому клееному основанию и особой системе замков высокой прочности. А вот еще одна очень интересная особенность этого ламината. Она понравится всем любителям шумной музыки. Благодаря прочному и жесткому исполнению в помещении с таким ламинатом будет приятный, объемный звук. Также коллекция отличается хорошо продуманным сочетанием пропорций длины и ширины доски и разнообразием цветов. Широкое разнообразие естественных оттенков от светлых до темных помогут создать вам интерьер вашей мечты. Например, доска дуба белого, доска дуба светло-серого, старинного, доска дуба темного, старинного, ну и, наконец, сосна белая, затертая. Красота! А еще он точно понравится всем хозяйкам. За ним просто не надо ухаживать. Обшикали, протерли тряпочкой. Готово, ламинат чистый. Цены вас также приятно удивят. Так, ламинат Quickstep Perspective по акции обойдется вам всего в 1090 рублей. А самое главное, это гарантия на ламинат. Она составляет 25 лет. Это то есть 25 лет. Ламинат Маркет. Торговый комплекс Аксон, Московская 114, производственная 28Б, а также профсоюзная 27. Теперь, прежде чем мы передадим эстафету мастерам отделочных работ, которые готовы уже разобрать здесь абсолютно все, мы не имеем права не вспомнить о дизайн-проекте, который любезно разработала для нас Юлия Порубова.
Комната у нас будет использоваться в качестве гостиной, детской и спальни одновременно. Поэтому и был выбран такой зеленый цвет. Также у меня стояла задача сделать как можно больше мест для хранения, потому что семья у нас большая. И поэтому я сделала такой огромный шкаф во всю стену. Самое интересное, дети наших героев являются чемпионами России по скалолазанию. И у них очень много медалей. Для этого будут разработаны специальные медальницы по индивидуальным эскизам. Мы их сделаем. И, конечно, главная фишка нашего проекта – это скала, которая занимает центральное место в нашей гостиной. Вокруг нее будет подсветка, что будет очень эффектно. Мы это покажем. Я порадую своих заказчиков, потому что кому-то действительно нуждается в ремонте. И я надеюсь, что у нас все получится и сделать именно так, как получилось у меня на картинке. Ага, вы уже ознакомились с дизайн-проектом, а мы тем временем на объекте начинаем самые грязные работы. Наша задача – убрать пол, потолок, вынести всю старую мебель и доверим эти процессы, конечно же, настоящим профессионалам. Слово Константину Зорину и его команде. Сейчас мы снимаем старое напольное покрытие, которое было до нас, чтобы сделать новый пол. Самый простой и быстрый способ удалить старый пол – это его распилить. И знаете, не только такое происходит у нас на объекте. И, кстати говоря, мы не только знакомим вас с премудростями ремонта, но и готовы рассказать вам, как сэкономить при оплате коммунальных платежей прямо сейчас. Готовы? Поехали! Фу ты, ну да. Квартира куплена, ремонт сделан, и, как всегда бывает, кошелек Новоселов прилично опустел. А оплату по квитанциям никто не отменял. Наша героиня Оксана уже несколько месяцев живет в новой квартире и каждый день занимается коммунальной арифметикой. 2 месяца назад мы сделали капитальный ремонт. Теперь наша жизнь вошла в русло экономии. Квитанции каждый месяц приходит огромное количество. Конечно, хочется же на них сэкономить. Плата за содержание и обслуживание жилого фонда, капитальный ремонт, вывоз мусора, лифт, домофон. Цена на все эти услуги, как ни крути, фиксированная, и повлиять на эти цифры вы никак не сможете. Поэтому единственный способ – сэкономить на всевозможных комиссиях и сохранить деньги в кошельке. Оплата услуг ЖКХ большинством пользователей производится через отделение банков и почту. Давайте посчитаем, сколько человек может переплатить. Например, кварплата за месяц составляет 2500 рублей. В среднем операторы снимают комиссию в районе 2%. Переводя на реальные деньги, это почти 48 рублей. Капитальный ремонт еще 9 рублей сверху. Услуги телефонии, например, Ростелеком и электричество, можно найти без комиссии. Итого 57 рублей в месяц или больше 600 рублей в год. В большинстве банков комиссия за оплату коммунальных услуг минимальная. 1% или вообще равна нулю. Что нужно для того, чтобы не платить лишнее? У вас квитанция региональный информационный центр Кировской области. Сейчас идет акция, в рамках которой, если вы подключаете услугу автоплатеж, вы будете оплачивать эту квитанцию совершенно бесплатно. И, соответственно, все ваши квитанции обойдутся вам в 0 рублей. Давайте мы подключим с вами автоплатеж на устройство самообслуживания. Вставляете, пожалуйста, карту. И здесь выбираем ЖКХ и домашний телефон. Вот. Мы можем посмотреть сумму и выбрать карту, с которой вы будете оплачивать. Каждый месяц банк будет проверять наличие задолженности по этой квитанции и направлять вам смс-сообщение. Здесь вы выбираете, как часто вы будете оплачивать. Ежемесячно, еженедельно, либо раз в квартал. Когда подойдет указанная вами дата к оплате, на ваш телефон придет смс-сообщение, в котором будет указана сумма, выставлена к счету, и день, когда произойдет списание. Для совершения платежа можно воспользоваться любым способом. С помощью устройства самообслуживания оно считывает код с квитанции, с помощью операционно-кассового сотрудника, передав ему квитанцию для оплаты, и даже не выходя из дома, с помощью своего смартфона, через мобильное приложение. Последний способ экономит не только средства, но и время. В Сбербанке проходит акция. Все квитанции услуг ЖКХ оплачиваются с комиссией 1%, независимо от канала оплаты. Платежи фонда капремонта оплачиваются в Сбербанке бесплатно. Также бесплатно вы сможете оплатить квитанции энергосбыт, газ, телефон, Ростелеком, интернет, кабельное телевидение, охрана, домофон и прочие многие другие услуги.
С 1 сентября Сбербанк снизил тариф за оплату ЖКХ на территории Кирова и области. Теперь вы сможете оплачивать услуги по сниженной комиссии 1% любым удобным для вас способом – наличными денежными средствами или банковской картой Сбербанка. Минимальный размер платежа наличными денежными средствами составляет 10 рублей. При оплате картой ограничения по сумме отсутствуют. Предложение действует на территории всех районов города Кирова и Кировской области до 31 декабря включительно. А сейчас реклама на Первом городском канале, после которой мы вернемся и расскажем вам еще много всего интересного. Оставайтесь с нами. В такое неустойчивое время года в тепле нуждаемся не только мы, но и наши дома. И первый утеплитель, которому следует уделить особое внимание, это Shelter Экострой. Он является самым безопасным, поскольку состоит из органических волокон без использования клея и других вредных веществ, содержащих фенол. Особая структура волокон этого утеплителя препятствует проникновению в него грызунов. Они не вьют там гнезда, что надолго сохраняет целостность материала. А еще этот материал не чешется и не колется. Отсутствует опасность раздражения кожи или слизистых, а значит, при монтаже вы можете не использовать средства индивидуальной защиты. И еще один неоспоримый плюс. Вы только представьте! В отличие от традиционных утеплителей, Shelter Экострой не подвержен старению. Он не имеет срока годности, и вы легко можете его демонтировать и использовать как утеплитель в других строениях. Кстати, о применении. На съемке этой рубрики мы встретили нашего старого знакомого Пеноплекса. Яркий оранжевый материал уже снимался в нашей программе. Разберемся и в его характеристиках подробнее. Огромный плюс Пеноплекса заключается в том, что он относится к трудносгораемым, слабогорючим материалам с высокой дымообразующей способностью. В производственном процессе материала исключается выделение токсичных или вредных веществ в окружающую среду. Утеплитель абсолютно экологически чист. Основными техническими характеристиками Пеноплекса является низкая теплопроводность и паропроницаемость, абсолютная неподверженность к биологической коррозии, распространению различных грибков и плесени. Ну и как вы сами можете заметить, с монтажом этого утеплителя справится любой, даже Андрей. Низкий коэффициент теплопроводности и малая водопоглощаемость делает этот материал абсолютно незаменимым при строительстве кровель, перегородок, балконов, подвалов и многих других помещений. Благодаря высокому качеству и большим объемам поставляемой продукции утеплить балконы, комнаты, подвалы и целые дома не составит труда. Компания «Вайгач» предлагает широкий ассортимент строительных и сопутствующих материалов, применяемых как в частном, так и в промышленном строительстве. «Вайгач», улица Базовая, 4. Телефон 70 30 60 и 70 34 41. Нет, ремонт старой комнаты – это, конечно, хорошо, но кто из вас не задумывался о переезде в новую квартиру? И чтобы этот дом был вроде как за городом, но вся инфраструктура – детские сады, школы, больницы, магазинчики – были рядом. Если вы одни из них, то у нас для вас кое-что есть. Наша следующая рубрика. Советуем посмотреть. Каждый второй мечтает о своем жилье за городом. Обратите внимание на макет нового поселка в экопарке рядом с микрорайоном Радужный. Он расположился в стороне от центральных и загруженных улиц, городского шума и всех промышленных предприятий. Прекрасный ландшафт в шаговой доступности лес-рекам в 5 минутах дендропарк. Увидеть эту красоту можно уже сегодня. Жилье в экопарке представлено несколькими форматами. Первое, что привлечет внимание – квартира компакт-класса по доступной цене. На 17 квадратных метрах расположились панорамные окна, кухня, не санузел. Четвертый и шестой кварталы – это типовая застройка экопарка «Васильки». Метраж квартир в этих домах от 29 до 55 квадратных метров. Если вы купите жилье на первом этаже, вас ждет приятный сюрприз. Вместо балкона – собственная терраса с отдельным входом. По соседству строится большой торговый центр в таком же стиле. Третий вариант – квартиры в трехэтажном доме, облицованном красным кирпичом. Сейчас перед вами второй квартал. Всего в доме предусмотрено 135 квартир различной площадью от 34 до 77 квадратных метров. До конца месяца можно купить здесь квартиру по привлекательной цене от 30 тысяч за квадратный метр.
И еще одна изюминка квартир во втором квартале. Как вы видите, огромные панорамные окна. Сейчас все большую популярность набирают таунхаусы. Такие квартиры позволяют чувствовать себя владельцем загородного дома. Квартира в таунхаусе трехуровневая. Она сдается с капитально сделанной лестницей. Каждый дом оборудован парадным входом, машиноместом, выходом на задний двор и небольшим земельным участком. Счастливые обладатели квартиры или таунхауса в экопарке могут навсегда забыть про отсутствие горячей воды и такое слово, как опрессовка. В каждом доме установлены итальянские газовые котлы, с помощью которых круглый год можно контролировать как температуру в доме, так и температуру воды. Кстати, посмотреть на таунхаус изнутри сегодня может любой желающий. Застройщик предлагает экскурсию по шоу-руму. Квартиры в чистовой отделке уже сегодня. Стоит только записаться по телефону. Прекрасная новость для желающих приобрести квартиру в Васильках. Застройщик «Атекс» объявляет максимальные скидки в этом году. Скидки в черную пятницу 24%. Такого еще не было. Узнать обо всех квартирах, которые участвуют в акции, можно по телефону 755-126 или на сайте компании. На этом все. С вами был «Проремонт». Не забывайте, что все выпуски дублируются в нашей официальной группе ВКонтакте. Ну а мы встретимся с вами в следующую среду в 20.15, где на Первом городском канале. Пока! Торговый комплекс «Планета» продолжает делать бесплатные ремонты. Сделайте покупку на сумму не менее 5000 рублей, заполните заявку и выигрывайте. Отбор участников проводится один раз в конце месяца. Подробности в программе «Проремонт» и на сайте planeta-kirov.ru.